Ну что, еще раз привет. Забыл, блин, что у меня кнопки, блин, предназначены. Загрузка на F5. Я опять F9 нажал и запись остановил. Да что ж такое? Я забыл, блин. Совершенно забыл, что я же перенес кнопки. И у меня запись остановилась. Ну, я в один день выложу, ладно. Это все. Если что. Блин, как поступить? Надо прям тайминги попасть. Не стоило сюда приходить. Сюда. А он тут, кстати, стоит, блин. А как могу играть скрытно? Скажите мне. Делаю, знаете как? Они сразу атакуют, делаются. А так сделаем. Нет, я же. Блин, где ты? И сделаю ледяной бури, допустим. Отлично. Так, что мы его у нее заберем? Во-первых, лепестки это. Что? Все, мы одного убили и дома никого больше не согрели. Что за чудо? Давайте сохранимся. Так, сейчас надо втором этаже посмотреть, может тут какие что скрытые от нас сундучки есть. Если кто будет типа нас запалить, мы всегда загрузить сможем. Скайрим. И ничего такого в принципе нет скрытого контента, да? Ничего не видно. Все эти микстуры я заберу, наверное. А ну вот. Выйти нет. Смотрите, лед, кстати, как хорошо, что он этот. Еще дополнительный дамаг наносит им. Это как бы очень хорошо. Что у нас тут скрыто от нас? Богатая одежда. Так, ну вот тут сейчас нас ждут, в принципе. Наверное, еще раз сохранимся.
Смотрите, да, у нее потихоньку, видите, КП снижается. Замечательно. Где он? Где он? Я, правда, не вижу его. Гранатка? Отравим. Так, и зелье магии есть у нас маны? Координация у вас здоровья, да? Давайте примем. Смотрите, кстати, на нее не подействовал, блин. О, нифига себе. Мне пока мана пополнится. Ага, замечательно. Так, это мы его заберем. Что еще тут? Я недооценивал, кстати. Вот это заморозское, ну как это правильно, заклятие называется. Ого, ой-ой-ой, миллион народ сюда бежит, я смотрю, да? Так, а мы что, выпрыгнуть сможем, интересно? Сохранись, я посмотрю. Мы не можем. Они там бегают. Я там тоже увидел, да, кот? Ну ладно, пойдем. Так, нагадим им. У них здесь ничего не росло. Нет, блестящий, прикиньте. А был, кстати, сохранится после убийства двоих. Нет, 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 блин. Единая буря. Отлично, мы двоих завалили, сохраняемся сразу. Тихо-тихо.
пускай он замороженный пока. Восстановлю. А, ману. Так, а где мужичок? Возьмем, в принципе. Сразу давайте прочтем. И где здесь подойти? Блин, ты меня будешь защищать или нет? Давай. Ой, я сверху тоже могу. Нет, твое единственное спасение, ничтожество. Это мы уже обыскали. Но у меня дождик, кстати, пошел на улице. Они... Во-во, вот это колечко. Офигеть, вот это офигенное колечко, кстати. Одежда. Заклинание разрушения расходуется на меньше. Во. Давно у меня такого колечка. Стало что-то. Или ожерелье, либо колечко. Сразу давайте. Когда ждем, сразу запахло. Прикольно. Так, что у них еще тут? О чем они беседовали? Что еще тут? Блин, у меня отмычек нет. Там какие-то... Нет, почему у него коллега это кольцо? Этого не было, ключа. Такие яблоки тут. Принц нынщих, это что тут за рассказ? Зелье купца. Так, так, так. Ну и все, да? Так, а на втором что этаже у нас? Лестницы вниз нет. Кружка.
Ничего интересного, да, в принципе, нет. Всякой шина мы тут. Могли бы что-нибудь интересное положить. Ну, пойдемте. Тут ничего, да, тоже нет. Так, сыры. А нам куда показывает? Ага. И тут, кстати, тоже сохраниться надо. Потому что тут вражины. Нет, блин. Ну так что? Отлично. Вот она. У него ключа не было, что ли? Ключа не было. Слушай, ты шпион. Ты в ловушке, и мы взяли твоего сообщника. Давай-ка, тебе кровь сюда приходи. Будь осторожнее. Берегись! Смотрите, какие мы молодцы. Пощады! Теперь талмарцы будут охотиться за мной до конца. Изли, надеюсь, дело того стоит. Конечно, стоит. Мы еще и тебя спасли. Я помню в предыдущий раз, когда я здесь был. Он, ну как, случайно умер. Не смог его спасти. То есть я играл за лучника. Дальний шлем, отмычки. Уж отмычки, да, мы взяли. Тут нет освободить. Я же сказал, ничего больше не знаю об этом. Что? Кто? Чего ты тогда хочешь? Да, конечно. Быстрее, туда. Я видел, как стражники выносили туда трупы. Куда-нибудь да выйдем. Они меня взяли в Рифтоне. Решили, что я что-то знаю. Они мне задавали одни и те же дурацкие вопросы. Как скажешь, только побыстрее. Так, я, блин, хотел, у меня отмычки появились. Я хотел, знаете, еще сходить наверх. Теперь, наверное, не получится. Так, тут еще женщина, помню, где-то была. Я же помню, еще женщину вроде спасал. Нужен ключ.
Так, сохранюсь я, короче, я хочу наверх сходить. Чекнуть. Что там? Я где там был? Только я не помню, где это было все. Блин, это выкинуть? На первом этаже, походу, да? Там, а, тут вот в кабинете у них был точно. У него. Эксперт. Так, сохранимся. Серьезно. Чё? Эльфийский... О, блин. Сколько это стоит? 450. Вот, надеюсь, этого стоило того. Мы, кстати, даже ничего не сломали, представляете? Так. Так, ну пойдем. Так, в предыдущий раз я этого чувака, ну, которого освободил, потерял, на нас напал там тролль и убил нас двоих. Ну, то есть его убил, потом меня убил. И я, короче, вот так. Не смог его защитить. Помогите! Кто-нибудь! Ай-яй-яй. Что? Вот что произошло в предыдущий раз. Так, мне надо от него бегать, получается, да? Где он? Так, подойди. Тащить колдуна, чтобы кошелек. Замечательно. Блин. Как тебя убили? Да блин, я хочу, чтобы он выжил. Нет, не делись с кулаками, ты ж не делай. Скатертью дорога. Ух. Замечательно. Ну теперь у нас хотя бы все живы. Ну в этот раз у нас книга есть, да? Есть. И тот еще чувак должен, по идее, жив быть, да? Он просто убежал же. И
Еще и дракон. Где? Ебой. Люблю и драконов. Он там, кстати, еще на кого-то напал, да? И на как мне вот в них попасть? Подождите на минус. Ой-ой-ой, умничка такой, умничка. Чё, умер? А здесь умер и ищи. Два дракона за раз? Что? Только не говори, что ты убил этого чувака. Походу он убил его. Хотя он кричит пощады какой-то. Так. Постой, братан, не улетай. Ну вот не улетай. Нет. Не пойму где. А, он наоборот огненный. И тогда. Падай сюда. Это подойди. Только, ну, беги же. Чара, все, он должен падать. Замечательно. Так, мы заберем. Так, а кого ты бил? Он тут хвостом кого-то бил, я так не понял. Пощады, кто? Кто против пощады? А, это чувак все-таки выжил. Постой, постой, братан, ты не хочешь сказать там спасибо, там, от души, аривидерчи? Тебе не нужно было мне помогать. Спасибо. Тебе не нужно было мне помогать. Спасибо. А, говорит, не нужно было помогать, и говорит, спасибо. Так, вот тут убил, смотрите, непонятно кого. А, тут телега вообще. Так, теперь ты со мной бегаешь или как? Что за звук? Что за газ у кого-то выходит? Ты маленький бездомный пес. Так я не помню. Иди здесь, тебе пора домой, песик. Охот теперь песик со мной, да? Теперь темных пещера, где мешался мне один, не будут мешаться двое. Надо его, кстати, освободить от пса, потому что
потом они мне фиг не дадут пройти. Я помню же. Возрождается. Я же помню. Охотники на вампиров или что-то такое обосновались в старом форте возле Рифа. А, дома то, он тут. У меня, короче, будет дома. Да, ждать. Он же у меня дома есть, я забыл же. Вон куда. С тобой рядом всегда веселее. Ну, тебя хоть не убили. Твои вещи лежат у меня в комнате в полной сохранности, как я и обещала. Удалось узнать что-то полезное? Правда? Что-то не верится. Это точно? Эсборн? Он жив? Я думала, талмарцы уже давно его изловили. Безумный старик. Хотя это значит, что если талмарцы захотят выяснить, что происходит с драконами, они быстро его найдут. Кроме желания убить всех клинков, до которых они доберутся... Эсберн был архивариусом клинков, одним из нескольких, прежде чем Талмар сокрушил наш орден во время Великой войны. Он проштудировал все книги и рукописи в наших архивах в поисках сведений о драконах. В древности клинки очень много о них знали. Эсберн был этим по-настоящему одержим. Тогда это никого не интересовало. Кажется, зря мы думали, что он сумасшедший. Мы? Я ничего не думал, это вы думали. А значит, Талмар полагает, что клинком известно о драконах? Какая ирония, не так ли? Что бы ни случилось, старые враги любую беду валят друг на друга. Но все равно, нам нужно найти Эсберна раньше, чем они до него доберутся. Если кто-то и знает, как остановить драконов, то это Эсберн. Они знают, где он? В Рифтоне, да? Тогда, наверное, в крысиной норе. Я бы сама там спряталась. Отправляйся в Рифтон. Найди Бриньюльфа. У него есть связи. По крайней мере, мы хоть что-то уже знаем. Отлично. Да. И когда найдешь Эсберна, если думаешь, что у меня паранойя, скажем так, его доверие будет добиться непросто. Спроси его, где он был 30-го дня начала морозов. Он поймет. Клинки всегда защищали и наставляли дракона рожденных. Но мы забыли, почему. Теперь наша цель ясна. Ты драконорожденный, а я единственный оставшийся клинок. Вместе мы должны остановить драконов, даже если придется всех их закопать в землю своими руками. Талмар случился. Они уже 30 лет охотятся на клинков и убивают всех, кого могут найти. Благодаря конкордату белого золота они могут беспрепятственно действовать на всей территории Империи. Великая война. Прошло только 30 лет, а для многих она уже давнее прошлое. Кажется, будто она только что закончилась. Впрочем, для меня она все еще продолжается. Да, твой вопрос. Конкордат белого золота — это красивое название мирного договора между Империей и Талмаром. Он положил конец войне и спас Империю от уничтожения. Заодно прошелся по священному имени Талоса и дал Талмару право преследовать почитателей Талоса по всей Империи. Хм. На этот вопрос нет простого ответа. Рассказать тебе коротко или подробно? Это высокие эльфы, которые правят Альдмирским доминионом. Заклятые враги Империи и ценностей, которые она защищает. 30 лет назад они вторглись в Империю и почти уничтожили ее. При этом погиб и Орден Клинков. С тех пор они неустанно стараются ослабить Империю, как только могут. Ну, спасибо. Давайте, дельфина. Так, что нам нужно? Нам нужно поговорить с Борвельфом. Ага. Отлично. Я думаю, мы это займемся немножко позднее. А выполним какое-нибудь другое задание. Купить грязового. Давайте купить вот грязового. Следующий возьмемся. О, грязового краба. А, знаете, это и послание.
Так, нет, это пока рано найти потерянную книгу с томами заклинаниями. Мелкие задания выберем и сделаем с вами мелкие задания. Вот. Ах, сейчас я хочу с вами попрощаться. Спасибо сегодня, кто был у нас на втором видосе за день. Я там случайно просто нажал остановить, короче, запись, поэтому получилось за день. Я, наверное, выложу 12:30 это ролик. Вот. Поэтому подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все, давайте. До скорой встречи и встретимся с вами. Да вот тут встретимся, в принципе, пойдем грызового, это краба купим и в следующей трансляции, в принципе. Так что на первый раз прощаю, но а? Лучше не зли меня. Вот такие дети пошли. Займемся с вами мелкими заданиями, надо повыполнять их. Давайте, всем пока.